ударим автопробегом по нездоровью, а точнее, обратим внимание на раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Именно этому посвящен уникальный научно-популярный проект компании «Инвитро», который пройдет с 1 по 15 июля 2013 года. Мы сегодня стартовали с Екатеринбурга, у нас сегодня первый день движения, дальше мы едем в Пермь. Вообще на пути у нас 12 городов. Весь Уральский, мы еще заедем в Башкирию, Орск, Пермь, Магнитогорск, Курган, Тюмень. Каждый день один город. Автопробег посвящен 15-летию ведущей частной российской компании, независимой лаборатории «Инвитро», основное направление деятельности которой – лабораторная диагностика с целью профилактики и раннего выявления заболеваний. Сегодня компания «Инвитро» представляет больше 1000 лабораторных видов исследований. То есть это от простых исследований до самых современных генетических исследований. Онкомаркеры, биохимия, гормоны, аллергические противники. Нижний Тагил – первый город, в котором остановился автомобильный кортеж. Здесь мероприятие проходило недалеко от одного из офисов «Инвитро» на Гальянке у торгового центра «КИТ». Участникам было предложено таким оригинальным способом обратить внимание на свое здоровье. В награду – купон на бесплатное обследование. Сегодня мы в рамках нашей акции выдаем купон на бесплатное взятие материала и обследование на профиль метаболический синдром и два основных гормона, которые определяют обмен веществ в организме человека. ТТГ и Т4 свободно. Обладатель купона может прийти в любой офис «Инвитро» не только в Нижнем Тагиле, но и во всем Уральском регионе и бесплатно пройти обследование. Все самые интересные новости о движении экспедиции и последних событиях на маршруте будут выкладываться на сайт проекта expedition.invitro.ru.